Всем привет! Перед началом просмотра хотели бы вам напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, где теперь регулярно выходят посты два раза в день, так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А еще на нашем Бусти можно посмотреть уже 4 серии Дома Совы совершенно бесплатно, так что переходите и подписывайтесь, оно вам надо, я за вас знаю. Ну и конечно же не могу не напомнить о том, что у нас есть свой мерч, ссылка на него есть в описании, в закрепленном комментарии, переходите, покупайте, вам оно тоже очень сильно надо. А кстати, сегодня я хотел посоветовать вам одну невероятную игру, с которой сам недавно познакомился. И название этой игры — Genshin Impact! Не ожидали, правда? Genshin Impact — это приключенческая игра с открытым миром, в которой вы можете делать все, что захотите, и отвлечься от проблем современной реальности. В этой игре вы можете управлять 7 стихиями, наблюдать невероятные пейзажи, а также знакомиться с огромным количеством прекрасных персонажей. В только что выпущенной версии 3.3 история становится еще более захватывающей. В команду добавляется самый популярный персонаж — Странник, известный как Скоромучи. Когда-то он был нашим врагом, его печальное прошлое отмечено несколькими предательствами со стороны его создателей. Друзей. Он был радикально настроен и совершил нечто плохое, но теперь он пытается примириться с прошлым и готов к перерождению. Другой новый персонаж — Фарузан. Несмотря на ее детское лицо, у нее довольно сложное прошлое, и она пользуется большим уважением. Более того, возвращаются 3 популярных персонажа — Аратаки Ита, Рейден Сёгун и Камисата Аята. А если и вы хотите погрузиться в этот мир приключений, то переходите по ссылке в описании, сканируйте QR-код на экране и играйте более чем 60 миллионами игроков. И не забудьте бонусный код, чтобы старт был приятней. Эти заколки. Тебе не надо ничего из этого, Кика. Твоей музыки достаточно. Тут все по-другому. Все это нужно, чтобы ко мне относились серьезно. Она не готова. Если она сыграет, вы поставите под угрозу свою репутацию. Почему вы мне не верите? Да, войдите. Поправь галстук, Эдуард. Профессор. Манифика, прекрасно. Ты готова? Да, месье. Кстати, я запланировал частный прием после твоего выступления. Много гостей желает встретиться с тобой. Встретиться со мной? Правда? Частный прием? А почему я не слышал? Теперь услышал. Все, нам пора. Я хочу, чтобы ты был со мной рядом во время приема. Эдуард, вы чего? Thank you.
все хорошо? Теперь да. Кика, ты идешь? Подожди. Я должна кое-что сделать. Неужто это жемчужина Брюсселя? Не могу не поздравить. Ты пришла сказать спасибо? Манифика!